Головокружение, остеохондроз, боли в суставах и спине – это последствия неправильного положения первого шейного позвонка – атланта. Зачастую его смещение происходит при рождении, со временем появляются боли и дискомфорт. Забыть о них помогает уникальная методика швейцарских ученых. Сейчас ее активно используют российские врачи. Уже помогли тысячам пациентов из России и Казахстана, в том числе и жителям нашей области. Внутричерепное давление и нарушение кровотока – это диагнозы Александра Кучерявого. Постоянные головные боли, онемение рук, остеохондроз – следствие его сидячей работы. Александр больше 12 лет водит грузовые автомобили. 4 года мужчина не мог из-за этого спокойно спать, просыпался от болей, пока не обратился к российским специалистам. Я записался на прием, прошел процедуру, и сразу же, с первого же момента мне стало легче. В течение месяца я обнаружил, что у меня уходит шишка остеохондрозная, головные боли отступили, онемение рук стало намного меньше. Назначали мне правку атланта первый раз, вторая, две процедуры я прошел, еще третья. У меня была очень напряжена шея. После процедуры я почувствовал, что вот в течение недели, что она у меня стала намного мягче, что голова у меня плохо проворачивалась в правую сторону. И вот после процедуры я понял, что она у меня, хрусты в шее ушли. Врачи медицинского центра «Атлант» специализируются на лечении первого шейного позвонка. Именно его неправильное положение приводит к болям в шее, спине и пояснице. В большинстве случаев смещение «Атланта» происходит при рождении. Состояние ухудшается со временем. Так было у Раузы Симбаевой. 5 лет назад у нее диагностировали защемление седалищного нерва. Беспокоили боли в пояснице, стало прихрамывать. Утратив надежду на возвращение к нормальной жизни, Рауза обратилась в медицинский центр «Атлант». Прошла процедуры, мне назначили гимнастику утром, вечером, БАДы, там, медикаменты, витамины прописали. Вот я этим сейчас занимаюсь. Намного сразу пошли улучшения, я перестала прихрамывать, у меня прошли поясничные боли, и все лучше и лучше. Вот в марте месяце у меня, я думаю, второй раз пройти, и думаю, что дальше и дальше все будет хорошо. Российские специалисты применяют уникальную методику. Ее разработали швейцарские ученые. Зачастую достаточно одной процедуры. Дальше в организме запускается процесс самоисцеления. Врачи центра «Атлант» помогли тысячам пациентов из России и Казахстана. Наша задача и цель этой технологии – это устранение мышечного спазма, который блокирует работу суставов крайней вертебральной зоны. Мы этого достигаем при помощи вибрационного воздействия. Разработана технология, разработана аппаратура, которая позволяет создавать вот такое воздействие на глубокие мышцы шеи. И в результате вот удается освободить эти суставы, снять мышечный спазм. Сустав начинает функционировать правильно. Российские специалисты будут в Петропавловске с 22 по 28 марта. Записаться на прием можно по телефону 63 22 63. Консультации и процедуры проведут в медицинском центре «Панацея» по адресу улица Жумабаева, 109, 7 этаж. Айгерим Мукашева, Михаил Казначеев, новости МТРК.